Привет всем! Ближе вот к вечеру пришли собирать землянику. Такая вот грядка. И цветет она еще. И ягодки, конечно, завязываются. Ну, в принципе, каждую неделю собираем вот такую вот землянику. Здесь у нас три сорта. Белоснежка, барон Саленмахер. Скорее всего, вот это вот он. И такой вот с розовым немножко. Это у нас лесная сказка. Там три вот таких вот сорта земляники садовой мелкоплодной. Когда ее собираешь, прям кажется, что находишься в лесу. Потому что вот этот запах земляничный, он, конечно, ни с чем его не спутаешь. Такая она пушистая. В прошлом году в августе собирали каждую неделю, так как она была посеяна семенами, она поздно начала плодоносить, и весь август, каждую неделю, каждые выходные вот собирали такую землянику, где-то по пол вот такой чашки. Цветет до самой осени, неприхотливая и очень вкусная и ароматная. Вот эта вот белоплодная земляника, она все-таки более урожайная, чем красная. Такие ягоды. Здесь тоже все в зелени, поэтому ее, конечно, нужно... Ух ты, упала. Нужно поискать. Такая вот ягодка. Этой грядке второй год, поэтому в этом сезоне, конечно, посмотрим, как она будет отдавать свой урожай, какой период, продолжительный он будет, непродолжительный. В общем, все это, конечно, покажет время, поэтому обязательно, конечно, посадите хотя бы несколько таких вот кустиков садовой земляники. Повторюсь, белоснежка, барон Саленмахер и лесная сказка. И правда, лесная сказка, не выходя в лес.